Не надо постоянно перематывать видео. Друзья, в моих видео только полезная информация, я не лью воду и не морочу вам голову. Если вы хотите, чтобы у вас не было вопросов в конце, когда вы зайдете на карту и пофармите, дослушайте до конца. Меня зовут Дима, мой ник Brother 2S. На этом канале я каждый день выпускаю видосики на фарм опыта. И карты, какие записываю я или другие блогеры, работают не бесконечное количество времени. Карты обновляют, поэтому будьте внимательны. В видео много полезной информации, которая вам поможет избежать разных проблем. Давайте начинать. С вас подписочка, лайк и прожимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, потому что именно те, кто первые проходят карты, получают больше всего опыта. Это раз. Второе, чем дольше вы тянете, тем больше шансов, что карту обновят, и вы не сможете на ней пофармить. Заходишь в поиск, вот сюда нажимаешь поисковую строку и вводишь код 3347 1809 3742. Нажимаешь Enter, на картиночку теперь выбрать и обязательно устанавливаешь частный режим игры, чтобы никто не мешал. Все, здесь запускаешь игру, перезаходишь к себе в магазик, и внизу здесь есть кнопочка поддержка автора. У тебя есть возможность сюда ввести мой код G-Up, чтобы поддерживать меня всеми своими покупочками. Вот так вот вводишь, нажимаешь поиск. Код фиксируется, и теперь за все твои покупки в магазине предметов компания P-Games будет делать мне небольшое отчисление, потому что я их партнер. Огромное тебе спасибо за такую классную поддержку и оценку моих стараний. Смотри, когда загрузились в игру, забегаем сюда в телепорт, оказываемся на платформочке на игровой, и здесь перед нами есть баннеры. Нам нужно с вами вот этот вот. Здесь слева от баннера нажимаем скрытую кнопочку XP, после чего подходим к любому из этих баннеров, к терминалу. Когда он светится зеленым цветом, нажимаем на него взаимодействовать. И сюда вводим код 6486 3530 8868. Нажимаем принять. Картинка поменялась. Смотри, значок XP есть на карте. Обращай всегда на это внимание. Если значка нет, значит карту в данный момент либо обновляют, либо она пока на ней пока недоступен опыт. Нажимаем на баннер теперь, выбрать и ждем, пока загрузится карта. Так, смотри, заспавнились, когда на карте, вылетаем сюда в любой телепорт, на платформу, и здесь нам нужно с тобой дойти до вот этой вот будочки. Вот сюда. Добираемся до этой будочки, здесь есть, смотри, кнопка, где нужна лама, и таймер на 750 секунд. Вот здесь вот строим, да что ты будешь делать? Вот, строим пол справа, и нажимаем вот здесь в уголочке кнопочку. Смотри, get the jewel. Получаем ламу, берем ее, она на спине у нас появляется, и отдаем ее вот здесь вот в этой кнопочке. Все, запустили таймер. Надо подождать эти 12,5 минут, чтобы зайти сюда в комнатку и запустить наш АФК опыт. Вот там вот на этом сейфе. Ждем, друзья, пока залетайте ко мне в Discord канал, ссылочка на него есть в описании к видео, в описании профиля. Сейчас вы видите ее в виде QR-кода на своем экране. Там есть магаз, через который можно очень выгодно, дешевле всего на рынке задонатить в игру. Очень классно сэкономить и получать удовольствие от игры. Плюс там есть разные каналы, голосовые, текстовые. Там я провожу периодически розыгрыши. В общем, там круто. Обязательно залетайте, буду всем рад. Итак, смотрите, таймер закончился. Заходим вот в это помещение, нажимаем кнопочку на сейфе. Начинаем получать АФК опыт. Выходим и вот сюда, в эту сторону, теперь строим полы до самого конца. Вот, смотрите, достроил. И на последнем полу вот здесь вот кнопочка, нажимаем ее. Запустили бустик. Теперь идем туда же, где мы были сейчас с вами. Но не доходя чуть-чуть, вот здесь, где тумбочки с оружием, нам надо с вами построить вот так вот рампы. Получается, между второй и третьей тумбочки справа. До конца. Достроил. И в конце, смотрите, здесь есть кнопочка. Мы ее нажимаем, и нас перемещает в локацию, в другую. Здесь я вот не взял граплер. Вы такую ошибку не допускайте. Возьмите с собой граплер сразу там. На платформочке. Я забыл про него. Ну, он, в принципе, не сильно прям нужен. Забегаем вот так вот в домик. Пробегаем на противоположную сторону. И вот здесь спускаемся по ступенькам и налево строим конусы. Вот так от ступенек 3 штучки. На третьем конусе вот с этой стороны кнопочка, видите? Нажимаем ее. Все. Теперь давайте возьмем все-таки граплер.
не помешает. Возвращаемся теперь туда, где мы были с вами по вот этой вот рампе. Теперь идем вот в этот правый домик. Запрыгнули сюда, получается, и не заходя в домик, вот тут фонарь есть. От фонаря вправо строим три рампы. Одна, вторая, третья. И здесь нажимаем кнопку. Так, теперь идем к надписи Ганс. Вот, забегаем внутрь сюда. И на вот этом компьютере нажимаем кнопочку. Оказываемся в следующей локации. Нам нужно с вами вот сюда идти влево, сейчас к домику. Забежать внутрь. И запрыгнуть на камин. У меня, видите, получилось. Здесь есть невидимая полка какая-то. Нажимаем на камине кнопочку. Возвращаемся в ту же локацию. И бежим вот в это правое здание. Здесь направо забегаем в дверку. Поворачиваем налево. Господи, как тут все рябит. Вот. И нам с вами нужно... Вот мы повернули налево. И вот к этому щелкунчику нужно подойти. Запрыгнуть за стоечку и в уголку нажать кнопочку. Друзья, смотрите. Это все, что я знаю из кнопочек. Здесь еще вот есть на 36 минут таймер остался. И можно будет забрать монетки. Но здесь с них, ну, 10-15, наверное, от силы сможете получить. Но мне так кажется. Может быть и больше вам даст. Я не знаю. Всех по-разному всегда дает. Вот. Плюс здесь есть еще АФК-комнатка. Куда вы можете забежать и потусоваться, пока вам начисляется опыт. Вот. В этой комнатке уже потусить, как говорится. 151 тысяча опыта с этой карты. Я считаю, что неплохой результат. Друзья, пожалуйста, обратите внимание, что в творческом режиме Fortnite существует лимит на получение опыта ежесуточно, ежедневно. Это около 400 тысяч. Если вы исчерпали этот лимит, то вам нужно ждать обновления его, которое происходит в 17 часов по московскому времени. Лимит обновляется, и заново 400 тысяч вы можете лутать до следующих 17 часов. Это такая важная, фундаментальная информация, которую вы должны знать. Все, на этом буду с вами прощаться, друзья. Всем классного фарма, классной игры. Пока!